Вы все помните легендарную рубрику от Кила до Леопарда в Blox Fruits? Так вот, сегодня я хочу повторить то же самое, но только в King Legacy. Но есть два отличия. Во-первых, сегодня я буду трейдиться всего лишь-то за один ролик. То есть за один видос я дойду от Кила до Леопарда. Ну и второе отличие. Мы не будем трейдиться от Кила до Леопарда, а мы будем трейдиться от спина до дракона. А перед началом небольшая реклама. Той, у тебя много фруктов и ты хочешь их продать? Или наоборот, хочешь купить фрукты себе в инвентарь? Тогда тебе на Roblox, ведь это лучший маркетплейс Roblox товаров Telegram. Здесь вы сможете продать любые товары по Blox Fruit, от прокачки аккаунтов до фруктов. Если ты устал с камеров, то Roblox для тебя, ведь на Roblox все быстро, безопасно и просто. Поскольку все сделки защищены системой подтверждения оплаты, то есть продавец получит деньги только после выдачи товара. Переходи, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ну что же, ребят, а трейдиться мы будем на лучшем дискорд-сервере для трейдов King Legacy, а именно Winter's Family. Ссылка на него будет в описании. Заходите, потому что именно там трейдятся все игроки King Legacy. И перед тем, как мы начнем, я хотел показать вот такие вот цены на фрукты в King Legacy. То есть для того, чтобы понимать, как именно мне трейдиться, мне нужен вот такой вот текст. Его вы также можете найти на моем дискорд-сервере Winter's Family. Ссылка на него будет в описании. Ну и сейчас мы должны трейдиться от спина до бомбы. Создаем вот такое сообщение, отправляем в чат. Только что мне написал чел, давайте с ним свяжемся. А вот и он, мы заходим в игру и давайте предложим ему спин. Он предлагает бомбу и я, конечно же, соглашаюсь на данный трейд, это будет уже наш первый успех. Я нажимаю коллект фрукт и мы получаем бомбу. А сейчас давайте заролим какой-то фрукт для того, чтобы получить добавку, иначе будет сложно трейдиться и мы получим лапу. Ну и теперь давайте попытаемся затрейдить лапу плюс бомбу на барьер. Давайте напишем в чат, трейджу лапу и бомбу на барьер. В Роблоксе мне никто не ответил, поэтому я захожу на дискорд сервер и пишу о том, что я их трейджу. Уже чел ответил, что он согласен, почему так быстро? Я зашел с ним в игру и давайте кидать трейд. Скорпион Азамат 06, что с твоим ником? Ладно, я предлагаю ему бомбу и лапу и давайте посмотрим. Я надеюсь, что он приложит мне барьер, соответственно, потому что мы так договорились. Ребята, он не захотел, кажется, давать барьер, он дает мне мамонт. И что это, аллозавр? Я не знаю, но кажется, что это выгода, ребят. Я принимаю, потому что мне кажется, это даже лучше трейд, чем барьер, ё-моё. Посмотрите, мы прямо сейчас получили мамонта и аллозавр. У нас два офигенных фрукта, с которыми мы сможем трейдиться уже дальше. А теперь я захожу в эти цены, я сейчас просто охренел от того, сколько стоит мамонт и алла. Посмотрите сюда, 3700 бейли и также 2800 бейли. Мне кажется, что с такими фруктами мы уже можем попробовать претендовать на какие-нибудь эпики и, например, какой-нибудь флейм. Поэтому предлагаю, чтобы прямо сейчас мы попытались затрейдить мамонт и аллозавр на флейм фрукт. Я создал вот такое сообщение, трейджу мамонт и аллозавр на флейм. Мы его отправляем и сейчас посмотрим, возможно, кто-то мне отпишет и согласится на такой офигительный трейд. В принципе, теоретически, я думаю, что может такое быть, что нам затрейдят флейм на мамонт и аллозавра, потому что валю, как я посмотрел, у них довольно-таки неплохое. Так, ну что же, вот я нашел наконец-то человека, я предлагаю ему мамонт, и где мой аллозавр? Если не ошибаюсь, вот это он. И прямо сейчас мы предлагаем, я принимаю данный трейд. И да, все, наконец-то он принимает. На самом деле, ребят, я искал этот трейд довольно-таки долго, потому что просто никто не соглашался. Но наконец-то все, я получил себе флейм. И сейчас у нас получается есть вот такой вот фрукт. Это наш первый эпик, который мы получили за эту рубрику. И сейчас наша задача уже продвигаться дальше по эпикам. Но я думаю, что сейчас нам нужно добавить какую-то еще добавку, потому что один флейм мы вряд ли сможем на что-то затрейдить. Поэтому давайте мы прокрутим один гем. И что же за фрукт нам выпадает? Нам выпадает рарка! Охренеть, пацаны, мне гравити выпал! Как мне так повезло? Так, короче, прямо сейчас у меня есть гравити и флейм. Это два довольно-таки неплохих фрукта. Получается, одна рарка и одна... Ой, получается один эпик, ребят, сорян, я извиняюсь, получается один эпик и одна рарка. Теперь давайте посмотрим, смотрите, гравити стоит 2 миллиона 800 тысяч, а флейм стоит 2 миллиона 300 тысяч. В принципе, я думаю, что можно сейчас вот эти вот два фрукта попытаться затрейдить на какую-нибудь магму, либо же сноу. Я сейчас попробую написать сообщение в чат и посмотрим, кто-то может быть согласится. Вот такое сообщение, трейджу флейм и гравити на снег или магма, и прямо сейчас мы его отправляем и будем смотреть, возможно, кто-то согласится на такой трейд, и я смогу апгрейднуть свои фрукты. Так, смотрите, ребят. Я нашел чела прямо на сервере Roblox, то есть мне даже не пришлось искать его в Дискорде. И я предлагаю ему флейм, а также гравити. Где мой фрукт гравити? Вот он, я его предложил. И смотрите, прямо сейчас мы берем у него фрукт Snow. Поехали, я принимаю данный трейд. Посмотрим, может он согласится. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. И да, ребят, он соглашается. Конечно, возможно, он сейчас прыгнет. Возможно, еще что-то произойдет. Но, по крайней мере, сейчас, скорее всего, у нас уже будет успешный трейд. Давай, 3, 2, 1. Все, готово, мы получили Snow Fruit. Это офигенно. Прямо сейчас мы сможем трейдиться уже дальше. Ну и сейчас я думаю, что мы также можем снова прокрутить еще один гачи, то есть еще один рандомный фрукт, посмотреть, что нам дропнется. Я надеюсь, не что-то очень бовое.
Ну, вы серьезно, как бы, ну, мне выпал Human Fruit, я не знаю, это даже можно не считать как за добавку, ну ладно, я его положу в инвентарь. Ну, ладно, можем попробовать сейчас затрейдить Snow и Human на Quake, давайте попробуем написать это сообщение в Discord. Вот такое сообщение я создал, трейджу Snow плюс Human на Quake. Ну что ж, я нашел чела, который согласился дать мне Quake, я его нашел на своем Discord сервере, и я предлагаю Human плюс Snow, он принимает. Мне сказали, что это выгодный трейд, поэтому я решил его совершить, и сейчас мы будем пытаться также на что-то затрейдить Quake. Скорее всего, мы будем идти на Spirit, либо же на магнит. Тоже окей, прямо сейчас мы получили квейк, и давайте я прокручу еще один какой-то рандомный фрукт, потому что, как я уже и сказал, мы получаем всякие добавки. Чё? Мне Snow выпал, нихера себе. Окей, мы его засчитаем за добавку. На самом деле, в King Legacy довольно-таки легко получать гемы, то есть буквально введя все коды, вы можете получить уже 70 гемов, что конвертируется в 70 фруктов, поэтому я считаю, что это нормально, что мы после каждого фрукта крутим рандомный фрукт для того, чтобы мы могли получить какую-то добавку, потому что гемов у всех дофига, и практически любой игрок может делать так же. После каждого трейда ролить, и у него будет плюс какой-то один фрукт на добавку. В общем-то, у меня теперь есть Quake плюс Snow, это два офигенных эпик фрукта, и прямо сейчас, я думаю, можем попытаться затрейдить их обоих на магнит. Хорошо, я пишу вот такое сообщение, трейджу Quake плюс Snow на магнит, посмотрим, может быть, кто-то мне ответит, и мы, соответственно, с ним затрейдимся. Так, ну что же, я договорился с чуваком Market NDHHR. Блять, что у него за ник? И я предлагаю ему Quake плюс Snow, он сразу же дает мне магнит. Если не ошибаюсь, у магнита там валют что-то 5 миллионов или что такое. И, в принципе, я думаю, что это для нас довольно-таки выгодный трейд, потому что магнит, если не ошибаюсь, это самый ценный фрукт из эпиков в этой игре. Все, готово, мы его получили, и сейчас мы будем трейдиться уже на что-то покруче. Ну что же, прямо сейчас мы, как обычно, прокрутим рандомный фрукт и будем смотреть, что он выпадет. Если честно, я хочу какой-то эпик, либо же рарку хотя бы, и мне выпадает спринг. Окей, спринг это довольно-таки неплохой фрукт, по крайней мере, это лучше, чем камонка. Я его сторнул. Я написал в чат в Роблоксе, что трейджу стринг, и мне опять какой-то тот же самый тип кидает трейд с тем же самым ником. Я ему предлагаю стринг, и он дает мне квейк, лайт, газ и флейм. Слушайте, ребята, я считаю, что довольно-таки выгодный трейд. О, ребята! Точно не постановил, я вам клянусь, ребята, честно. Видимо, ко мне зашел какой-то подписчик, хотя я не знаю, как он это сделал, потому что я закрыл к себе заходы. Ну, ладно, ребят, далее так далее, что я могу сделать? Я ложу себе приспетый в инвентарь, и прямо сейчас мы будем идти получать Феникса. Прямо сейчас у нас есть Quake, Light, Gas, Flame и Магнит. Все эти фрукты мы сейчас с вами попытаемся затрейдить на Феникс. На самом деле, это будет довольно-таки сложно найти, но, как мне сказал профессиональный трейдер по этой игре, что это возможно, поэтому сейчас мы будем пытаться это сделать. Я уже составил сообщение на своем дискорд-сере, выглядит оно таким образом, и погнали. Сейчас я буду ждать, искать, спамить сообщение для того, чтобы найти чела, который согласится затрейдиться на Феникс. Наконец-то, ребят, я нашел чела, который согласился дать мне Феникс. Вы не представляете, как сложно это было, потому что Феникс очень редкий фрукт. Тем более, вот такой вот оффер, он не является прям самым выгодным для этого чела. Но все-таки, наконец-то я его нашел. И да, я получил себе Феникс фрукт. Наконец-то, ребят, это было очень долго. Мне кажется, минут 20-30 я просто сидел для того, чтобы найти чела, который даст мне этот фрукт. Но сейчас, наконец-то, я получил уже Феникса. Вау, посмотрите, как круто он выглядит. Я нажимаю коллект, и сейчас наша задача будет затрейдиться на тесто. Только что я спросил у чела в чате, что мне нужно дать за тесто, потому что я не знаю, я не профессиональный трейдер в King Legacy. Ну и мне ответили, что за Феникс плюс магнит я смогу получить тесто. У меня есть два этих фрукта, поэтому прямо сейчас мы с вами пойдем на мой дискорд сервер искать, кто же мне сможет дать тесто. Итак, ребят, я наконец-то смог найти чела, который согласился дать мне тесто за Феникса и магнит, и прямо сейчас мы кидаем ему трейд. Я надеюсь очень, что он меня не заскамил, потому что в Дискорде он мне написал, что он на это согласен. Получается, смотрите, что мы ему даем? Мы ему даем Феникс, потом мы ему даем магнит. И смотрите, таким образом, все, я принимаю, и я очень надеюсь, пожалуйста, хоть бы он принял, пожалуйста. Все, Топ Зе Роблокс, он принимает. Давай, пожалуйста, 4, 3, 2, 1, буквально чуть-чуть остался, и давай, давай, давай. Да, все, наконец-то он принял трейд. Ребята, я получил только что фрукт теста. Это просто офигенно, ну и сейчас мы будем, соответственно, его трейдить уже дальше. Наконец-то я получил тесто, и сейчас последний шаг, который остался для того, чтобы мы завершили данную рубрику, это получить дракона. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно тесто, а также еще какие-то плюшки. Ну что же, ребят, я уже только что нашел чела, который согласился затрейдить мне дракона за тесто. На самом деле, я не знаю, почему мне согласились затрейдиться. Возможно, это тоже был какой-то мой подписчик. Но в любом случае, сейчас мы кинем трейд и проверим вообще, реально ли он согласен затрейдиться, потому что в Дискорде мне именно так и написали. Все, готово. Ребят, прямо сейчас я совершаю трейд. Он дал мне драгона, и я даю тесто. Да! Наконец-то. Я получил фрукт дракона. Самый лучший фрукт в игре King Legacy.